Приветствую, я Питер Хокли, служу евангелистом библейской церкви в Оксфорде. Сегодня я буду говорить на тему встречи с Иисусом. Христианство является уникальным среди всех религий, философий и идей. В центре христианства не доктрина, не учение и даже не идея, а личность. Христианство сильно отличается от других религий, потому что это не просто система правил и убеждений, но в его центре стоит Личность, Господь Иисус Христос из Назарета. Без Него христианство просто не существует. Это не просто учение, но сам учитель. Суть не только в том, что было сказано, но в том, кто это сказал. Разумеется, учение Иисуса является крайне важным. Сам Иисус сказал, что тот, кто слушает его учение и следует ему, тот мудр и строит свою жизнь на безопасном основании, на твердом камне. Но эти слова столь тверды и надежны как раз потому, что это его слова. Суть не только в учении, но в учителе. Не в том, что было сказано, а в том, кто это сказал. Послание конкретной личности, а не просто послание само по себе. В Евангелии от Иоанна 8, главе 12 стихе, Иисус сказал, «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Задумайтесь над этими словами. Иисус сказал, что Он свет миру. Он не сказал, что Он свет Иерусалима, или Вифлеема, или Назарета. Он сказал, «Я свет миру» всей земли, каждого континента, каждой страны, каждой отдельной расы. Иисус сказал, «Я свет всего мира, каждого племени и языка». Нет такого места на земле, где Иисус не является светом. Он сказал, «Я свет миру». Не мои учения и послания, но я сам. Не мой пример и мои принципы являются светом. Сам Иисус является светом мира. Как человек может сделать такое смелое заявление, если только послание Библии не является истиной, и Иисус Христос действительно Сын Божий? Итак, сегодня мы поговорим о встрече с Иисусом. Итак, первая встреча с Иисусом ⁇ это личная встреча. Иисус не просто проповедовал толпам с горы и не просто сидел в кресле учителя в синагоге. Иисус не просто обращался к толпе с посланием, но Он был среди людей. Он имел с ними близкий контакт. Постепенно вера в Него распространялась, и все больше людей приходило к Нему. Они сами искали Его, пробираясь сквозь толпы людей. Он видел их жажду и по своей милости он уделял им время, обучая и общаясь с ними. Иисус служил людям индивидуально, восполняя их личные нужды. Люди приходили к нему самыми разными немощами и болезнями, и он исцелял их всех. Они приходили с разного рода вопросами и дилеммами, и он в индивидуальном порядке помогал каждому из них. Он отвечал на нужды людей. У него каждому был свой подход. Так, например, он смог послужить женщине Самаринке у колодца или богатому юноше, который подошел к нему с вопросом, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную. В 18 главе Луки мы видим слепого Вартимея, который сидел у дороги и просил милостыни. Он услышал шум вокруг и спросил, что происходит. Узнав, что это идет Иисус из Назарета, а он слышал о чудесах, которые творил Иисус, он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». В ответ на это Иисус не прошел мимо Вартимея, он вышел ему навстречу. Вартимей был важен для него. Он сказал шедшим рядом, приведите его ко мне. И когда старый слепой, попрошайка, стоял перед Иисусом, Иисус сказал ему, чего ты хочешь от меня. Иисус говорит те же слова и нам с вами, что именно ты хочешь, чтобы я сделал для тебя, как я могу тебе помочь, в чем твоя нужда. И, конечно, речь идет не о чем-то плотском и эгоистичном. «О, я хочу быть с миллиардером, хочу яхту и плавать в океане». При этом я не хочу работать и нести ответственности. Нет, вопросы Иисуса гораздо глубже. Что ты прячешь в своем сердце? Что лежит на тебе тяжким бременем? и мучает, гнетет твою душу. Какие раны в сердце ты носишь, какую боль ты прячешь, о которой никто не знает, или они и знают, но всем все равно. И Иисусу не все равно. Он добрый пастырь, который оставит 99 овец, находящихся в безопасности, чтобы найти одну, которая потерялась. Потому что ему дорога каждая отдельная личность. Он любит каждого из нас одинаково. И среди сотен, тысяч, даже миллионов людей Иисус видит в каждом из нас абсолютно уникальную личность, для Него каждый по-настоящему дорог. История вашей жизни не похожа на жизни остальных людей, а ваша история уникальна. Иисус желает участвовать в вашей жизни. Он говорит, у вас волосы на голове все сочтены. Иисус знает вас полностью, и при этом Он всецело возлюбил вас. В пятой главе Евангелия от Матфея мы видим римского сотника, который возлюбил слугу как родного сына. Этот слуга очень серьезно заболел. И когда сотник услышал о служении Иисусом, и что Иисус находился недалеко от него, он не просил Иисуса прийти в его дом. Он просил просто сказать слово, и он верит, что его слуга исцелится. Этот сотник был язычником, далеким от тамошней религии. Точно так же и вы сегодня можете смотреть эту программу, но при этом не быть христианином. Возможно, вы далеки от церкви и мало знаете о христианском учении. Но я хочу уверить вас, что вы дороги для Иисуса. Если вы подобно этому сотнику воззовете к Иисусу, он ответит вам. Иисус произнес слово, и слуга сотника был исцелен. Все, кто обращался к Иисусу, были приняты им. Он никого не отверг. Он ответил всем, бедным, одиноким и нуждающимся. Не было такого человека, грех которого был бы настолько велик, что Иисус ему не ответил, когда тот к нему возвал. Встреча с Иисусом — это личная встреча. И также я хочу сказать, что встреча с Иисусом — это мощная встреча. В 8 главе Матфея, когда Иисус закончил свою Нагорную проповедь и спускался с горы, Он встретил прокаженного. Прокаженный был изгоем обществом. Сотник был чужим, а прокаженный был изгоем. По закону он не имел права быть среди людей, дабы не заразить их проказой. Этот человек был абсолютно лишен всякой надежды. Его жизнь таяла, как снег. Не имея другой надежды, он возвал к Иисусу. Он знал, что Иисус способен его исцелить, но он не был уверен хочет ли Иисус ему помочь. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал «хочу, очистись». Иисус говорит нам «хочу, очистись, исцелись, обрети свободу». И дальше говорится, что он тотчас очистился от проказа. Сила прикоснулась к немощи, свет прикоснулся к тьме, и небеса прикоснулись к аду жизнь прикоснулась к смерти, благословение коснулось проклятия. Иисус Христос из Назарета коснулся смертельной проказы, и она исчезла. Потому что встреча с Иисусом — это могущественная встреча. Как я уже сказал, Иисус по своей благости не отверг никого, кто обращался к Нему. И также Он никому не сказал, «Прости, но мои силы недостаточно, чтобы тебе помочь». Христос ни разу не сказал, «Я хотел бы помочь тебе, мое сердце разрывается от сострадания, но в твоем случае я ничего не могу поделать. Мои силы недостаточно для данной ситуации». Разве Иисус кому-нибудь говорил нечто подобное? Конечно, нет. Потому что Он не просто сильный, но всесильный. Он – Верховный, Владыка и Господь всего творения. Он – Господь неба и земли. Он – Господь всякой плоти. Он – тот, кто может сказать «с ветру и волнам утихни». Он останавливает ветер. И Он тот, кто велел волнам держать Его на воде. Они были вынуждены повиноваться Ему. Волны выложили Ему тропу. Христу нет равных. Нет такого врага, которого Он не смог бы одолеть. Нет такой цепи, нет такой зависимости, которую Он не мог бы разорвать. Не существует такой смертельной болезни, какую Он не смог бы прогнать. В пятой главе Евангелия от Марка рассказывает об Иаире, начальнике синагоги в Капернауме. Он пришел к Иисусу и просил Его пойти с ним к Нему домой, потому что Его дочь умирает. Она на смертном адре. Иисус согласился пойти с Иаиром, и когда они были уже в пути, как вы знаете, в толпе к Иисусу прикоснулась женщина, 12 лет, страдающая кровотечением, она много пострадала от врачей, все перепробовала, но ничего не помогало. Когда она услышала об Иисусе, то поверила, что Он не такой, как все. Я надеюсь, что с помощью Духа Святого мне сегодня удастся убедить вас, что Иисус не такой, как все. Она знала, что он может и хочет ее исцелить. И вот она принимает решение подойти к нему. Ее проблема была очень личной. Ее проблема была такой, что она не решалась бы ее озвучить. Она была смущена, и поэтому она решает просто прикоснуться к краю его одежд. Она знала, что исцелится. И может, ваша ситуация тоже вводит вас в смущение. Возможно, вы прячете какой-то грех, что-то постыдное, что с вами произошло. Вы не можете ни с кем этим поделиться, боясь, что вас пристыдят или осудят, но я хочу вас призывать с верой протянуть руки к Иисусу. Он помилует вас и не осудит. Итак, эта женщина прорывается сквозь толпу и прикасается к краям Его одежд. И в тот же миг она исцеляется от своей болезни. Когда Он заговорил с ней, она в страхе рассказывает Ему все, все, что с ней произошло, не скрывая правды. Он говорит, «Не бойся, черь, вера твоя спасла тебя. Будь здорова, будь исцелена от болезни». А теперь задумайтесь о бедном Иаире. Он хотел, чтобы они поспешили на помощь его умирающей дочери. Каждая минута на счету. И вот они тратят время на женщину с кровотечением. В тот момент, когда Иисус радуется женщиной о ее исцелении, Иаир получает новость о том, что его дочь умерла. И в пятой главе Марка мы видим, что Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги, «Не бойся, только веруй». Иаир, ты что, подумал, что я о тебе забыл? Или ты подумал, что уже поздно, и я ничего не смогу сделать. Послушайте, все те, кто был в такой ситуации, кто был в отчаянии, вы долго молились о чуде в вашей жизни. В агонии вы взывали к Богу, чтобы Он вмешался в вашу ситуацию. Вы видели, как люди вокруг вас получали свое чудо от Бога. Они исцелялись, а вы так и оставались больны. Люди вокруг вас получали свое финансовое чудо, а вы все так же не знали, как вам выкарабкаться из долгов. Ваши братья и сестры во Христе рассказывали, как получали повышение и возможности. Казалось, им все подано на тарелочке с голубой каемочкой, а вы все думали. Но ну, когда же наступит моя очередь получить благословение? Вы видели чудеса, вы их жизни и говорили, Господь, а как же я? Вы были подобны Иаиру, который видел чудо другого человека и терпеливо ждал своей очереди. Вы отчаянно взывали, Господь, Господь, у меня отчаянная ситуация, вмешайся». Услышьте слово Господа и поверьте, «Не бойся, только веруй». Это слова Иисуса. Он говорит, «Я не забыл о тебе. Не думай, что кто-то для меня важнее тебя. Какую бы ужасную новость ты не услышал, еще не поздно все исправить. Встреча с Иисусом ⁇ это нечто мощное. И Аир убедился в этом, когда Иисус вошел в его дом, затем вошел в комнату его дочери, где она мертвая лежала на кровати. Иисус взял ее за руку и сказал Талифакуми, и ее дух вернулся к ней. Она воскресла из мертвых. Иисус передал ее родителям живой. Встреча с Иисусом — это личная встреча, это мощная встреча. Но также я хочу сказать, что встреча с Иисусом проницательна. У Марка мы встречаем человека в Гадаринской земле, который одержим бесами. Они угнетали и мучили его. Он жил в гробах и резал себя камнями. Он был нагим и пугал всех окружающих. Он приводил в ужас всех жителей той земли, и они держались от него подальше. Но встреча этого человека с Иисусом полностью изменила его жизнь. Иисус спросил его, «Как тебя зовут?» И он ответил, «Меня зовут Легион» потому что в нем было много бесов. Да, много. Но не слишком много для нашего Господа Иисуса. Он изгнал из него бесов, и этот человек полностью изменился. Он стал новым творением. Еще минуту назад он был одержимым и безумным, и сейчас он совсем другой, нормальный, целостный, здоровый человек. Он преобразился до неузнаваемости. Кто-то из людей был потрясен, а кто-то убоялся. Они понимали, что это один и тот же человек. Но сейчас он выглядел так, как никогда раньше, потому что встреча с Иисусом проницательна, она меняет человека. Иисус сказал Вартимею, слепому попрошайке, о котором мы говорили ранее, после того, как он исцелил его, и тот стал видеть. Иисус сказал ему, «Ступай своей дорогой, вера твоя спасла тебя». И написано, что Вартимей воздал славу Богу и последовал за Иисусом. Его дорога теперь простиралась вслед за Иисусом. Больше не нужно сидеть у дороги и просить милостыню. Теперь его жизнью был Иисус. Его ждал новый путь со Христом. Все прежнее прошло, теперь все новое, как говорил апостол Павел. А он прекрасно знал, что говорит. Он познал, что встреча со Христом проницает все, меняет жизнь. Он сам прежде был фарисеем и хотел уничтожить всех христиан, хотел стереть их с лица земли. Но по дороге в Дамаск он пережил встречу с Иисусом, и вся эта ненависть в миг испарилась. Саул стал Павлом, измененным, обращенным человеком. Он стал проповедовать Христа с таким рвением, какого не имел, когда был гонителем за веру в Него. Многие люди в Торе апостолу Павлу могут сказать, «Я тоже когда-то смеялся над христианами, насмехался над церковью и над Иисусом». Но сейчас эти люди обратились в веру во Христа, и их жизнь полностью изменилась. Теперь они любят Господа и Иисуса всем сердцем. Что же произошло? Произошла встреча с Иисусом. Встреча с Иисусом личная, мощная и проницательная. И также встреча с Иисусом носит постоянный характер рыбаки, призванные последовать за Иисусом, а также мытарь Матфей, все эти люди последовали за Иисусом однажды и остались с Ним до конца жизни. Его работа с их сердцами дала результаты. Они больше никогда не отвернулись от Него, но остались верными Ему. В Евангелии от Иоанна говорится о тех, кто все же оставил Иисуса. Они поколебались в вере и отступили. Иисус сказал двенадцати, «Не хотите ли и вы отойти?» То есть были те, кто оставил его. Но истинные его ученики знали, что теперь их путь только с ним. Симон Петр ответил, «Куда нам идти, Господь? У Тебя глаголы вечной жизни». Встреча с Иисусом меняет нас, меняет нас навсегда. Об этом знают даже отступники. Послушайте, возможно, однажды вы открыли свое сердце для Иисуса, но потом заботы мира вас отвлекли от Него произошли разочарования, вы столкнулись с трудностями и отошли от веры, но Бог по-прежнему взывает к вам, и вы в глубине сердца взываете к Нему. Ваш разум обманут дьяволом, и вы пытаетесь сопротивляться. Но в глубине сердца вы все еще знаете, что Бог вас любит, и однажды Он открылся вам. Я призываю вас сегодня вернуться к Нему. Примите решение сказать Ему, Да, Господь, я последую за Тобой. Я хотел бы еще коротко поговорить о том, как пережить встречу с Иисусом сегодня. Неужели сегодня, спустя 2000 лет после Его земной жизни, все еще возможно встретиться с Иисусом? Да, это возможно. Благодаря тому, что однажды Иисус пошел на крест, его путь начался в Вифлееме и достиг своей кульминации на горе Голгофа за пределами Иерусалима. На этой горе Иисус исполнил свою миссию, добровольно отдав свою жизнь за нас. Не знавший греха, добровольно предал себя в руки врагов, которые его высекли и пригвоздили к дереву. Для его последователей это была трагедия. После славного служения, после стольких чудес. Но именно так все и должно было произойти, ведь сам Иисус говорил об этом в Евангелии от Матфея, 16 главе. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать, от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. Самое великое чудо Иисус припас на последний момент. Когда он ногой и изувеченный был пригвожден ко кресту, невидимо для человеческих глаз, он взял на себя грех всего мира. Он принял на себя наш суд. И в послании к римлянам говорится, «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Христос отдал Себя в жертву за всех нас. Он отдал Свою жизнь во искупление многих. Как сказал великий пророк Исаия, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И Господь возложил на Него, на Иисуса, грехи всех нас, невиновный за виновных, праведный за неправедных, святой за грешных. Он понес на себе наше наказание за грех, выпил чашу гнева Божьего до дна. Он умер на кресте. Его безжизненное тело положили в гробницу. Петр сказал Корнилию, «Сего Бог воскресил в третий день и дал ему являться». «Была принесена жертва за грех мира, Долг человечества перед Богом был оплачен полностью. Святой Сын Божий умер, но Он воскрес и жив вовеки. И сегодня воскресший Господь протягивает свою руку каждому, кто слышит меня в этот момент. Он говорит, «Я люблю тебя. Я умер за твои грехи. Просто возьми меня за руку и прими меня в свое сердце и я преображу твою жизнь. Встреча со мной спасет тебя и изменит тебя. Я дам тебе прощение, новое начало и новую жизнь. Не только здесь, на земле, но также жизнь во веки веков с Богом в небесах. Христос — судья живых и мертвых. Однажды весь мир предстанет перед его престолом, каждый даст ему отчет. Дорогой друг, ты будешь там, но каким ты предстанешь пред ним в тот день? Римлянам 10.10 10. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Если вы исповедуете Христа своим Господом, признаете Его Сыном Божьим, если исповедуете перед Богом свои грехи и покаетесь, если предадите всю вашу жизнь в Его руки... Если вы откроете свое сердце и пригласите его, если скажете Иисус, ⁇ Будь моим Господом и Спасителем, я последую за тобой, как это делали христиане Нового Завета, то Иисус придет и изменит вашу жизнь навсегда. Он вас спасет и освободит. Приходящие к Иисусу должны приходить к Нему с верой, они должны прийти к Нему по своей воле и на Его условиях, то есть они должны покориться Ему. Поэтому мой вопрос к вам сегодня, поступите ли вы как Вартимей, как Сотник, как тот прокаженный? как женщина, страдающая кровотечением. Придете ли вы к Иисусу с открытым сердцем, чтобы сказать Ему, «Да, Господь, я признаю, что я разбит и потерян, что я был далек от Бога, но сегодня я хочу довериться Тебе и воззвать к Твоему имени». Давайте произнесем прямо сейчас эту простую молитву. Я призываю тех из вас, кого коснулось это послание, вы чувствуете, что Бог говорил в ваше сердце. Вы ощущаете призыв Святого Духа. Я помолюсь простой молитвой, и я приглашаю вас присоединиться сейчас ко мне. Не просто повторяйте мои слова, но пусть они звучат из глубины вашего сердца. Итак, помолимся. Отец мой Бог, я прихожу к Тебе сейчас, и я признаю, что согрешил, но я прошу Тебя, Господь Иисус Христос, простить мой грех и войти в мое сердце. Будь моим Господом и Спасителем. Я верю, что Ты умер на кресте за меня лично. Я верю, что теперь... Когда Ты воскрес из мертвых, Ты простишь мои грехи и даруешь мне новую, вечную жизнь. Спасибо, Иисус, что Ты умер за меня. Я возлагаю свое упование на Тебя. Я буду следовать за Тобой во все дни моей жизни. Спасибо, что Ты слышал эту молитву и Ты ответишь на нее. Я молюсь во имя моего Господа Иисуса. Amém. Друг, если ты помолился этой молитвой, это означает, что сейчас ты дитя живого Бога. Прими решение всегда следовать за Ним в своей жизни, и Он никогда тебя не подведет и не отпустит. Ты осознаешь, что Он силен пронести тебя через все штормы и испытания в твоей жизни, сквозь все проблемы. Ободритесь, потому что Иисус очень сильно вас любит. Надейтесь на него. Аминь. Наше служение проходит каждое воскресенье в 11 утра и в 6 вечера в Чейни Скул Холл.